Criticized for the way we would talk and the dirt that they saw on our hands. Hypnotized, they would send us to walk across the desert through hell-ridden lands. And the wicked will roll at the fest made of iron that we forged ourselves. And the heads of the fathers hang low, 'cause they know the blame lies with themselves. Ooh, ballyhoo, send me back to the old world, in the land of the true. Give me back. Наконец они дошли до горы, именуемой Фуна. Жители окрестных деревень занимались кузнечным мастерством. Лучше кузнецов нельзя было сыскать на всем полуострове. И тогда эти пришельцы-воины решили расположиться вблизи горы. Построили гигантскую кузницу, поставили во главе ее чернобородого свирепого кузнеца. И он день и ночь заставлял мужчин с окрестных селений ковать оружие и работать на них. Люди гибли от непосильного труда, от голода, жажды, холода. И вот когда терпение у народа пришло к пределу, вызвалась девушка Мария, дочь одного из старейшин, пойти попросить этого кузнеца, чтобы он оставил эти места, ушел отсюда, увел с собой воинов. Девушка была сказочно красива, кузнец в нее сразу же влюбился и решил оставить у себя в заложнице. Тогда Мария его силой оттолкнула, он упал, ударился головой о наковальню, разбил голову, ожег волосы, взревев, как бешеный зверь, схватил свежевыкованный нож и вонзил в сердце Марии. Та упала бездыханным трупом к его ногам. И тогда седая старая гора не выдержала такого злодейства. Затряслась. Thank you.
criticize for the way we would talk and the dirt that they saw on our hands. Hypnotized, they would send us to walk across the desert through hell-ridden lands. And the wicked will roll with the fist made of iron that we forged ourselves. And the heads of the fathers hang low, cause they know the blame lies with themselves. Ooh, ballyhoo, send me back to the old world, in the land of the true. Get me back to the old. I'm so scared of the news. We would roam through the pines in December. Grizzlies would stare from their caves. We made homes near the mines, I remember. The forefathers called them their graves. Fortune favors the cold and the heartless who drive a hard nail through the bark. Torture favors the bold and the bravest, the souls from the first time they talk. Ну подвигайтесь как-то, покричите.
маршрут на который шестой. Они, в принципе, тоже похожи немного на второй и первый, они там местами даже можно ходить, но тоже привычно ходило. Сохранившийся интересный натек, такая наша гордость, бутылка шампанского, пещерная, кирилл-кабинская, выдержанная тысячелетиями, каменная бутылка шампанского, на которую, кстати, тоже были неоднократные попытки покушения. И однажды ее сломали, но, к счастью, не смогли вынести, поэтому на место ее пришлось поставить уже обратно на цемент. Там впереди еще тоже интересная каменная фигурка, изделие под котят. Они между подарков все. Так что, если надумаете, то можно наказать, потому что либо может сифон закрыться. У меня вопрос, то есть, если можно, очень вопросы. Вот здесь вот такой черный налет, тонкий черный налет. Как вы считаете, с чем он связан здесь, в этой части пещеры? Там дальше, понятно было, и ил, так сказать, несется, а вот здесь почему? Все, смотрите куда-то, да? Поехали. Так, и еще разочек. Сейчас он...